Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня немка, не планировал я снимать сегодня этот сервер. Ну я, честно говоря, просто охреневаю, насколько этот сервер имбалансный, просто насколько он топовый для бездоната. Здесь вы можете собрать розу, здесь вы можете собрать очень быстро охника, собрать топовый аккаунт без доната. И сегодня я просто зашел пощелкать акции и, честно говоря, офигел. От чего вы сейчас увидите? В общем, давайте пооткрываем плюхи. Освободим немножко места, потому что места здесь очень не хватает. Так, не будем продавать. Мы качнем афинки скин. Забираем частично плюшки, которые нам дали. Такс. Блин, ну я попродаю этих гарнизонных, потому что они только место занимают. Это я ролил за ЗП-шки здесь, пробовал вытащить оборотня ради того, чтобы получить сумочку, но, к сожалению, не повезло. Зато вытащил еще одну афинку. Помимо того, что здесь есть топовые акции, я сейчас вам их покажу, вы просто офигеете. Да, это не такие акции, как, допустим, наборы снабжения на английском сервере. Вот зефир тоже за 100 баксов. Такие вот плюхи по 100 сундуков продают за 20-ку. А вот акции, ну, пакеты, которые можно купить без доната. То есть тоже довольно-таки неплохие пакеты. Посмотрите, ну, первые там карту дают. В принципе, за 300 самую карту я бы сам забирал на других серверах, потому что карт реально не хватает. Помимо этого, вот такой вот пак за 5 косамов, 10 рунок, 300 книг. Сразу же три карты вторых, с которых топовые герои падают. Это все, ребят, без доната. То есть реально насобирать 5000 самов за неделю можно. Акция идет где-то раз в две недели. То есть реально крутая акция. Ну, наборы снабжения на английском сервере, конечно, тоже обалденные. Так, что у нас тут есть? Здесь вот, пожалуйста, вы можете собрать, ребят, сразу же розу вытащить, можете вытащить фобу, землеройку. Блин, ну это для доната акция, нету у нас попыток. Помимо этого, я показывал здесь очень кайфовый фонтан. Поехали дальше по следующих акциях, пробежимся, которые сегодня открыли. 1+1, как видите, и сразу же дают вам плюс 50 самов, то есть вне зависимости от того, у вас открывается акция, плюс 50 самоцветов. На других серверах этого, к сожалению, нет. Поехали дальше. Следующая акция у нас. Обожание героев. А вот за обожание героев я получил две карты. Следующее обожание. Сейчас мы заберем с огника что-то. А рунки, как видите. Так, следующее давайте лайкнем. По-моему, это руны. Так, это то, что мы получили. А, два камешка. Это все-таки два камешка. Открываем. Так, нам надо будет 40 самоцветов где-то надыбать. Пакт. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, хорошо. Так, ну это за 300 самов дороговато для нас. Забираем ежедневный вход. Плюс 50 самоцветов. В принципе, у нас будет хватать для роллинга. Но мы до роллинга, ребят, сейчас еще дойдем. 1200 мы насобирали. Так, следующая акция. То есть, как видите, здесь обожание реально тоже кайфовая тема. Оно довольно-таки часто идет. Так, план for prizes, это наем, clash attack,
Это то, что мы уже забрали. Давай, давай, включайся уже. Забираем. 30 кристалл боксов. Это бонусная. И вот она, хватайка, ребятушки. Посмотрите, как мне сегодня повезло в хватайке радиатова. Я, в принципе, и заснял видос. Я получил 30 токенов. За 30 токенов максимальная награда — это вот это вот. Вот такая вот награда, 30 токенов, 20, ну, 500 апих кристаллов, но они мне по сути не нужны сейчас, и 20 пыльцы. То есть это 4 попытки словить. Но я вам скажу так, я это забирать не буду, я заберу намного круче награды, как по мне, для меня. То есть я отказываюсь от возможности собрать там быстрее зефира, я заберу вот это вот. По 35 сундуков. Я сейчас вам покажу, что мы с этих сундуков вытащим. Так, тут у нас рунки. Конечно, я заберу 10. Не 10, 25, ребят. Нифига себе. Вот так вот. Вот поэтому я вот балдею от этого сервера. Реально, он просто имбалансный. Что я могу сказать? Просто кайф. Плюс 25 рун 9 таланта. И плюс еще получили по 35 сундуков. Сейчас мы сундучки откроем. Оттуда нам навалится дофигища расходников. Просто обалденных расходников. Потому что это топовые сундуки. Отсюда и рунки падают, и карты, и, в общем, все, все подряд. 20 коробок, ребят. 5 коробок. 25 коробок мы получили. Даже больше. 30 коробок. 300. 700 книг, ребят. Обалдеть просто. 25 смен чар. Так, 4. 4 и... Ну, там кристаллы получили. Ну, что еще хотеть? Вот скажите, 900 книг у меня уже есть. Уже есть 900 книг и 30 коробок, блин. 39, ребят. На русском сервере я больше чем уверен, что многие только мечтают об этом. Потому что там и та же самая хватайка. Она раз в полгода. Я не говорю уже о настолке, которой там просто нет. Так, ну что, поехали шестые. Тут сейчас тоже нам нападает просто, просто бешено. Просто капец, ребят, посмотрите на это. Итого, что мы имеем? 60 коробок, 95 коробок чар. Это просто на обычном аккаунте, без ничего, ребят. 2, 250, 320. По сути, можно кому-то уже качать, кого-то кидать на эволюцию даже. Вот так вот. То есть здесь реально кайф играет. Пак 9 мы вытащили. А давайте пооткрываем скины. Покачаем. Чтобы они и место не занимали, и силушку поднимем заодно. В общем, вот так вот, ребят. Вот как вы скажете, что не кайфовый сервер? Просто обалденный, как по мне. Шестьдесят коробок. Ну что, ребятушки, 1200. Так, тихо. Нам места не хватает. То сейчас мы тут нащелкаем. Блин, дофига места надо освободить. Ну, попродаем вот этих. Просто бешено все. Так, это тоже можно, в принципе. А, я не могу продать. Теперь нам надо надыбать желтых слизней для прокачки. Так, получили новый. 35-45, отлично, хватает. Ну что, поехали. Жахаем. Жахаем за 1200. Чик. Ребятушки, ронька.
Ронька и бульдозер. Обалдеть. Если мы сейчас вытащим ожог. Я не помню, у меня здесь, по-моему, Ронин есть, нету. И здесь, по-моему, есть Ронин. Или нету. Ребятушки, недостающая имба. У нас Ронина здесь нету. Обалдеть. Вот так вот просто налегке. Многие там мучаются на русском сервере, а здесь просто заходишь, практически роза собрана, куча плюх, куча всего, и это просто вот без доната, ребят, без всякого доната. Куча рун, куча всего. Сейчас давайте пораставляем. Что-то прет. Так, огненка. Что у меня тут на огненку? Кто у меня тут есть? ПБшка. Это, конечно, бессмысленно сейчас таланты расставлять. Но мы хотя бы частично поищем талантики. Так, это мы на дерево кинем. Два фараона у меня открыто. Надо будет одного фару слить. Такс. На архидемона. СУшка бесполезная. Просто жесть, ребята. Посмотрите, Ронин уже топовый. Каменка. Что-то ремки плохо падают. Стойкость. Стойкость можно и стрелку кинуть временно. Бог войны. О май гад. Гнев. Замедляха. Ну, видите, здесь надо еще героев половить, потом тратить, потому что мы сейчас просто впустую повыкидывали. Ну, почему, в принципе, не впустую? Вуаля, ребятушки, ремочка. А кому ее ставить? Купидона нету, хранителя нету. Есть Афинка, конечно же, мы поставим Афинки. Так, еще одна. Надо было пооткрывать гарнизон. В общем, вот так вот. Такой вот трэш я оставлю, пока не буду тратить коробки. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого сервака. Всем такой же удачи. Всем пока.